вулкан. Все, бля. Сразу внимание обращай, и ДК, и ВАР. Под твоими ногами появилась синяя, отвел. ВАР сразу подводит. Имейте в виду, следите за этим. Смотрите по агро, значит, кто выше всех. Лок, это синяя лужа, заводи, подводи к синей. На лока бдилку дай. Бдительность на лока дает, он опять сдохнет. Ножи есть на пол. Да на пол, КД 30 секунд и 3 секунды всего лишь. Что он там напулит? Все, бейте, бейте. Должны успеть до перезагрузки. Верный не стакается. Не стакается? Не стакается. Стакается? Нет. А, ну ладно. Жаль. Да, печаль. Должны успеть до перегрузки, давать сильнее в него. ДК поддерживайте на фул. Его два моба бьют. Перегрузка отбежали. ДК, ДК хильте. К ДК подбежайте. Забирай среднего. И щитки давайте. Под щитками пока рейд, подхиливайте рейд на фул. Поддерживайте. По мане смотрите. Не проебитесь. Значит, он кинет синюю, вот этот петух синюю, и сразу рейнджу набирайте, потому что следом зеленая будет. Не сразу. Зеленая, смотрим. Вот, отлично. Хилим. Волфиту захилим. Вот. ДК не проебите, пол хп нету. Юара. Все, хуйня там, хп у них хуйня, бейте. На большом. Скоро зеленая, готовьтесь. Рынжу набирайте. Из синей выходите, рынжу набирайте уже. Разбежались. Разбежались быстрее, выходи. Вара захил, вара захил. В синюю не вставать, потому что она в зеленой. Паладина проеб. Как он сдох, что ли, или что? Угу. ВР сколько? Бейте этого дурака пока. Через 5 секунд. Тотем надо, тотем надо. Давай. Разбежались, щитуй. Сдох ДК под дебафом опять. В лужу заходите. Проеб паладина. Как проеб, блядь? Это параша прилетела дальняя. Надо, чтоб ШП, короче, диспелил. Так. А там сможет? Танков Бармалюга же хилят. А там сможет? Не сделать через... И этот, Ёж, открой настройки хилбота. Проверка досягаемости влево. Ну, потяни эту штучку. Ниже, танков, ниже, ниже. У меня вся мана уходит на ДК, я бы сказал. Там прям шибёт. Левее, левее, левее. Ну, хотя бы чуть-чуть больше сделаю. Все, хватает. Закрой. Азраил, ты сможешь диспелить сразу с этого, с ДК, дебаф? Могу постараться. Нужно прям...
прям не постараться, а сдиспелить. Денис, сможешь сдиспелить сразу? Последить за этим, чтобы хилы не отвлекались на эту хуйню. Напишите в чат, там Денис не в дисе, чтобы это подиспелить. Ешьте рыбу. Напишите, чтобы он подиспелил с ДК этот баф. Как только вешается, сразу чтобы диспелил. Нигдейла, ну ты там как под большим живешь? Удары смерти используешь? Ну, он на первом месте, нормально все. Просто его шибет сильно. Давайте последний трай и будете изимот делать. Кто? Давай это диспель с Гнидыча, с Никдейлана, с ДК. Я объяснял уже, что вешается энергетический удар, сразу он должен быть диспелен. Или в него следующие 3 секунды войдет 45 тысяч дамага. Кинул макрос по флудилку. Ну это маусовер, может он не по маусоверу кидает. Можно... Я уже делал. Ну все, давайте. Чек на пул, да и вперед. Не убьете, будете изи вот сейчас делать. Мне вот интересно, а если не по маусоверу, то как? Зачем макрос тогда? Креветка, где ты там? Где креветка? Ну чё, вы чекаете, допуляете? Время-то идет. Не у всех тут время бесконечное. Гнидычу уходить через час. Ждем. Креветка бежит, по карте посмотри. Thank you.
не проебите танка. Вы должны понимать, что проебать танка — это вайп. Дефы тоже жать надо. Синяя, отводи недалеко, мелкого подводи. Чтобы быстрее передвинуться, мог в большого сделать рывок. Ну, диспарил, да, это замечательно. Еще немножко отведи его. Еще немножко мелкого отведи. Вот. Потому что на нем дебаф, что у него тоже дамаг увеличивается. Отбежали. Все, мелкого добивайте и готовьтесь среднего. Зря Пет, конечно, стреляет в них, они фулл хп восстанавливают. После синей. После синей сразу зеленая будет. Ближе встань к сталелому, Ёж, чтобы ближе к его ногам встань, и чтоб тот рейд доставал. А Ёж где вообще? Ёж, ты чё, АФК? Ёж. Выбегайте. Ёшев кашет. Хильник Дейлана быстрее. Сейчас сдохнет. Покажи хп, сколько у среднего. Готовьтесь, скоро еще зеленая будет. Сразу та исчезнет, еще появится. Синие лужи, разбегайтесь сразу. Нету, на полу нету, все, она забагалась в текстурах. Просто бейте его, в синюю веди. Так же ставь. ДК не проебите, дебаф на нем сейчас. Диспел, вот. Поближе под большого Ёж встань, чтобы в тебя не прилетела эта ебучая молния, тебя убьет сразу. Вот, отлично. Все, давайте, блядь, хуйня осталась. Сколько там у него хп? Выбегай. ДК захилить. ДК захилить. Кто там на ману, чё? Говорите ники, не просто так. Вам с неба не будет браться все. Так, я вне смысла. Дверь звонит, сорян. Хилим изо всех сил. Азраил, если что, гимн хп отдашь, если продамажит рейд. Выбегайте быстрее. Добили там это среднего, нет? Давай, Азраил, на хп прочитай быстренько, на хп читай. Это пиздец. Мне вроде захилили. Когда он там сдохнет уже? Диспелите с ник Дейлана. ДК, хильте. Сейчас все прожимки отдавай. Ну не все. Все, последний моб. Захильтесь. На хп читай, Ёж. На хп быстрей. На хп читай, Ёж. Ты где там? Да пизда просто, блядь. Дверь ДК, звонили, блядь. ДК хильте. Ресай друид креветку. Быстрей щиту рейд. Ладно, нет. Сейчас виннер будет. 2 секунды.
как по откату. На Никдейлоне дебаф время, посмотрите, сколько осталось. На 15 секундах ты уходишь, варс тебя забирает. Геру, Геру. Зимот. Ну, не знаю, 5000 хпс у двоих. Значит, ни хера не делал. Да, блин, я отходил на три раза, блин, в дверь звонили. Ты им скажи, идите нахуй уже, ну вы заебали, у меня рейд, блядь. Блядь, рейд это рейд, реально жизнь, блядь, к сожалению. Ну а кто приходил? Пиццу. Вот именно. Пиццу привозили. Да. Вот ты ему скажи, сука, жди, блядь, пока я тут, блядь, ФК не сделаю, сука. И чтобы в лучшем виде была пицца, блядь. Сначала большого, потом среднего будете бить, и потом в конце мелкого. Теперь уже не надо диспелить. Да, креветка, а хули делать? Его бочку диспелить. Ты едь на маунте, ну что ж ты пешком так будешь полгода идти? Тут же на маунте можно ездить. Дай поесть. Пиздец, блядь. Я, блядь, пришел с работы, нахуй. Вовку, блядь. Нихуя не а поесть. А ты знаешь как? А ты вот правой рукой мышку держишь, блядь. Левой клавиатуру хилишь, хуяришь, блядь. Поставил коробку перед собой, блядь. Головой туда, блядь, и хаваешь, нахуй. Хороший план. Поднимаешь голову, посмотрел, танк, блядь, обрыгивается, умирает. Хуйнул на него зубы, дальше хаваешь. Поднял голову, гиб на хп, прочитал, дальше хаваешь. Главное, только зубы не споем. Все меняется, значит, мелкого держит. Ты в стол бежишь, пиздец. Сука. Вот у тебя нет такого чувства, что вот я должен похилить, нет? Или подамажить, или побегать. Когда или входит. Потанчить, да? Все три чувства, блядь. Я просто, он отошел, я думаю, блин, моб не двигается, надо подвигаться. Так жму, а ничего не происходит. Пизда вам придет, если среднего первым убьете, блядь. Большой вам пизды даст, блядь. Большого первым убивают, потому что надо танк освободить. Жрите рыбу, бафайтесь. Большого первого Малгейм остается на ДК, следующий Малгейм, его бьете. То же самое с зеленой лужей, просто большого не будет сейчас. Мелкого держит протовар. Протовар, ты помнишь в 25-ке, как было? Он, когда умрет большой, у него появится вихрь молний. Его нужно будет сбивать станом. Вот эту парашу главное не проебать. Но она, в принципе, меньше тут бьет, но все равно ее надо сбивать. Бля, мне, сука, не то привезли, сука. Пидоры. Я тебе говорил нахуй их послать, ты не слушал. Человек-паук там, блядь, заказы перепутал, блядь. Чё-то, блядь, аж пересмотреть захотелось. Ну чё, чекайте там, чё. Ван Дивижн смотрел кто-нибудь? По-моему, охуенная тема. Чё там, мне где, нравится. Где Денис, напишите ему. Чё, ебашьте, большого бейте.
На ком вверху? Большого бейте. А что если большого, мелкого и этого среднего? Чё? Большого, потом мелкого, потом среднего. Хуёво будет. Понял. Ну там будет у него способность, он будет помимо зеленой еще фиолетовую руну ставить. Она такая же вот как синяя, только чуть поменьше. Диспельте с ДК, захильте ДК. И с нее будут выходить мобы. Когда моб до человека дойдет, он взрывается на 10 тысяч. Вокруг 15 метров. Понятно. Ну и как они, с какой скоростью здесь идут, я не знаю. Ну там надо как на глуте давать заморозку и их убивать. У них хп немного, там 10-12. Это типа средний по сложности режим. Отводи двух мобов, сильный дамаг по ДК пойдет сейчас, отводи. Сколько там хп у большого, не вижу нихуя. Меньше половины. Там перегрузка, если что, кто-то там стоит возле мелкого, сейчас взорвется. А, все, прокастовал. Потом сразу среднего начинайте бить. СС по друиду кинь. Диспельте удар последний. Не проебите. Поднимай. БР и ДК. КД. Сколько КД? В пизду, блять. Даже с изи-мода не можете нихуя. Ну Астроя, блять, ребята, блять. ДК сейчас резко ломанулся туда. Да, нахуй он в стену бежал, типа, блядь. В центр надо было бежать, а не в стену. Я охуенно рад за вас. Три хила, блядь. Зеленый лужа появляется. Причем хилы, сейчас ДК затупил. Да че он затупил? Я сказал, где он. В лужу заходите. Хоть 4 будет хила, хоть 5. Он просто бежал от всех и все. Так а че вы, ну, не хилили? Ёж рядом был. Че Ёж не хилил? Где нахуй я рядом был? Я на него зубы хотел кинуть, он недосягаемости типа. Стойте поближе с ДК. Я же говорю, под ногами большого, стойте рядом с ним. 10-15 метров от большого. Что? Я рядом стоял. Короче, он смотрите. Он чем-то побежал, блядь, к стене. Вот смотрите, блядь, это все охуенно, конечно, но я не знаю, блядь. Во-первых, Ник Дейлон, не отдавай прожимки. Отдавай прожимки только тогда, когда сдох этот самый большой. Смотри, отдаешь только панцирь под каст энергетического удара. И все, больше ничего не отдаешь. Незыблемости вот эту парашу не надо отдавать. И находись рядом с хилами. Если хилы от тебя съебались, или ты от них съебался, это вайп. Видишь, хилы уходят от тебя, блядь, в начало инста, блядь. Бежишь за ними вместе с двумя боссами. Ставишь боссов прям в хилов. И повешай креветка на трех хилов метки, блядь. Любые. Над головой, чтобы были, блядь. И на танка повешай метку. Блядь, три тела, нахуй. Ну как так, блядь, съебаться от танка? 10 тел, но он от нас ушел, а не мы от него. Это пиздец просто. Мы стояли все в толстом. Да вы все трое, вы все четверо виноваты, блядь. Вы друг от друга съебались. Сделайте так, чтобы, блядь, вы были в досягаемости. Я это, сука, с первого пула объясняю. Вы что, вчетвером не можете этого сделать? ДК и хилы должны быть в радиусе досягаемости в круге 30 метров. ДК и три хила, это понятно? Вот это так сделайте. Ну вот сделайте сейчас это и не уроните его. Фулл хп должно быть у него. Он двух мобов держит. Кто такой ДК? Yeah.
мелкого в синюю лужу ждд. Подведи большого к луже поближе. К другой луже. Пятки его выбери, пятки его еще проведи, выведи его пятки из синей лужи. Вот, в среднего играем теперь. Все, то же самое, он синюю постелит, потом сразу зеленая, блядь. Выживите, и мелкого останется вам добить. У мелкого сейчас появился каст. Вихрь. И потом у него, когда вот этот умрет, средний, еще появится взлетка. На взлетке вы знаете, что делать. Убежать от него. Вышли. Вихрь, стан, рывок, дай, блядь. Хорошо, что дамаг маленький, блядь, десятки. За вихрем вот этим смотри. Перезагрузка. Отбежали от мелкого, кто близко стоит. Все нормально. Зеленая сейчас будет. Готовьтесь рынжу набирать. Готовьтесь. Все, под текстурами. В синюю вставайте, дамажьте быстрее среднего. Скоро зеленая будет. Поднимайте, щиту рейд, пицца. Сейчас зеленая, быстрее, щитуем. Немножко осталось, блять. Все, в синий давайте, добивайте его. И мелкий останется, стан, вот. Все, сейчас просто мелкий, просто пиздец. Все в мелкого, в синей луже, Геру. Смотрите, когда он взлетит, если что, Азраил этот, или давай Ёж первый на хп прочитаешь, если будет просаживаться рейд. Но от щупальца сами отойдите, потому что щупальца эти дамажит. Он когда в воздухе будет, если вы типа в 20 метров вокруг него рядом стоите на земле, то он вас будет задевать молнией. Надо будет из нее выйти. Скоро взлететь может там секунд 10, наверное. Я таймеры так примерно на память. Короче, готовьтесь. Сейчас максимальный рейндж РДД наберите от него. Перегрузка просто. Не загрузка. Отбежали просто. Ладно, 10 не сдохнешь, его нормально. Все, бейте дальше. И будет взлетать, смотрите, прям визуально увидите, взлетает. Сразу убегите от него. Ивар, беги к рейду. Сразу, когда будет взлетать. Убежали. Все, и хильтесь. Просто от него бегите. Беги, не задом. Блять, он походу, он не наносит дамага вообще. Это вам пиздец повезло, это баг. Просто РДД бейте его. Просто бейте, он в центре садиться будет. Встаньте просто все в кучу. Он копил. Давайте добивайте, блядь. Креветка, тебя походу статика ёбнула. Нет, меня автоатака убила. Он просто накопил. Стан. Ну где стан, блядь?
если что, ну не станется. Убивать этого мелкого пидора. Станы мы ебаните, блядь. Рывок, ударная волна, блядь. Ну что, колосс? Чё там выпало? Ну-ка, чё за наруч? Дух, крит. И этот кинжал с СПД, нихуя. Скорость. Я вот не знаю. О, нихуя. Давайте к Калагарну на ступеньки поднимайтесь. Там трэш заденьте, а то может побежать. Смотрите, если не заденете, то не заденете. Если заденете, то убейте. Но всех подождите, чтобы, блядь, не вайпнулись тут. Вроде можно пробежать нормально. Поднимайтесь. Тактика, значит. С пула только в тело. Значит, когда хватает человека в руку, все и милики, и РДД свищаются в этот, как он называется-то, блядь, в руку. Поставишь там креветка метку. Так же, как вчера в десятке делали, так же здесь будем делать. Только чтобы освободить человека, ее подбить и дальше в тело. И потом на 30% хп надо будет подбить вот эту руку, которая волну дает, и... Каждая рука, когда умирает, минус 15% хп у босса, и босса добить. То есть там геру и так далее. Осколки приморозишь. Ну и там, я не знаю, как будете выживать. Там вар фир даст. Кстати, сколько вар дамажит в фурике? Я вот не знаю, спекать его, не спекать. Пускай в танке будет. Просто раскол бей по туловищу и все. И также в руки переключайся, также на них раскол бей. Ну подходите, бафайтесь, резайтесь. Или, блядь, мелких придется убивать, вот хуй знает. Настя ушла, что ли? Не, давайте походу будем руку убивать, наверное. Слышь, креветка, как ты думаешь? Походу через руку. Сразу через руку разбивают. Вар забирает на себя осколки. Хант ставит ловушку, туда влево их отводит, там метку черепок ему, ну поставь 3D. Туда ставит ловушку, вар туда отводит 5 големов, и вы РДД их заливаете. И все, 3 хила у вас. Давай. Есть. Вот через правую руку выиграли. Рука, убили руку, тело. Убили руку, вышли мобы, убили мобов, бьете тело. Появилась рука, убили руку, вышли мобы, убили мобов, бьете тело. Вот и все. Еще тотем от сил природы поставьте. Тотем от сил природы Бармалюга. А если Бармалюга умрет, хант моментально переключает на ауру от природы. Иначе хуево будет. СС на друида по откату. Ну и луч, выбегаете просто к краю и возвращаетесь обратно. Ну там 7 секунд висит на вас. Просто покайтить его надо. Будем, если скулок выпадет. Никдейвен босса танчит. А что будем делать, если скулок выпадет? Ну, друг так. Не знаю. Пан тут? Что там вообще? Сколько? Пул. Руку. Ну, на руку метку поставил там какую бить. Щиту да. Уже. Все руку бейте. Денису в чат напишите, что руку бить, а он, по-моему, не в десе. Сейчас хлопок и дальше щиты обновляешь по КД. Луч на тебе, беги. Не на тебе, на другом. Все, руку. Сейчас должно освободить его. Да вроде живете нормально. Просто ДЦ есть. Ну да. Мы вообще страдали, пиздец.
Беги, Лок, или кто там, Азраиль. Не через меня, ладно. Там он не шотает, как бы. Чё там хп? Дамажит сильно. Хп у руки, чё там? Сейчас умирает. Всё, Ёша отпустит, сразу щитуй. Про товар забирай, мобы, мобы. Стан по 5 мобам старайся дать. На пул 2 мобов забрать. Сейчас он агро немножко наберет на них. Обломок под боссом забери. Все, дали фулл АОЕ туда. И щитуйте также, рейд хильте. Вара хильте хорошенько. Прожми ШВ. Беги, Ёж. Хильте Ёша. Блядь, не проебите никого. Ну беги, ну это ж пиздец. Блядь, ну ты чё? Я ебёж, блядь. Друид есть, БР? Сейчас бегите за кем луч. Засиливайтесь. Фулл баф. Лапку. Каску. Левую дамажим. Каску у Дениса попроси, блядь. Собаку вызывает. Правую. Руку начинайте бить. Процентаж. Голхи это. Я тут бежи. Блядь, Ёж, ты пиздец. Чё? Чё, заслакал ты, бегаешь хуёво. Взял, сдох, не должен был сдыхать. БР сейчас нету. Бля. Луч прямо на тебе. Вот, вот как вот, ты видел чё? Два луча на мне, ну, так бля. Ты стоишь. Они два луча, это два глаза. Мармелюга, есть чистач? Ударная волна. Какая нахуй ударная пиздец, волна? Пиздец, ребята, блядь. Два хила умерло. Впрыгивайте вниз, в пузо босса бегите. Прыгайте вниз, броня не поломается. Блять, если ребята вы будете бегать, я не знаю, на расслабоне, тут, ну тут нехуй делать, вы не убьете так. Давай, доедай быстрее там и нормально бегай. Ёж, как только лучи появляются, сразу беги. Максимум 3 тика, чтобы прошло. А минимум 2 там, 1. Возможно. Умираете уже? Умерли уже. Бежим. Бой. Еще раз умрите. Выйдите все за инста. Нет, умрите. Все. Кто там в инсте, блядь, есть? Мы сейчас уходим все. Бой повесился. Все, боя нет. Будьте готовы бежать, потому что когда кидается луч, он не дамажит, если от него бежать. Он дамажит каждые полсекунды, если вы стоите. Луч кидается на одного человека. Если луч рядом с вами, убедитесь, что луч не на вас, а на том, кто побежал. А тот, кто побежал, просто краю отбежать и обратно прибежать в центр, и все. Там нехуй делать, блять. Осколки вроде убиваете, блядь, все выживаете. Дохните на хуйне. Пан Бармелюга, вы скоро будете? Подожди, не в сети. Перезаходит нормально.
Ставь в шкаф, чтобы не ждать его с уманем сразу. Заходи быстрее. Пришел Сумон. Все. Кушай рыбу. Там бафнет каску, нет? Бафнет каску? Как там убили мне в ринге писать, кстати? Слэш ОР. Вот это барлюга. Да, он принял. Считаю уже сразу. Я лишу тебя жизни. В руке человека хили. Израиль. Осколки появляются, сейчас в них надо будет. Протовар собирает, ловушку ледяную туда замедляющую. Отойди от осколков, они дамажат, отойди от осколков, 10 метров вокруг дамажат. Вара, хорошенько поднимите, Вара. Вот, отлично, в тело. Блять, у вас все шансы, отлично, блять, все заебись. Только вот на луче не умирайте. Луч. На тотеме или... А, не, на бармалюхе. Или не на ШП. Появилась, если что, в руку бьем, не в тело, а в руку, та, которая хватает, она подписана правая. Бежи, ШП, Израиль.
проценты у босса сколько? 70. Много. Угу. Давайте руку. Ой, блядь, ханта. Пиздец. Смотрите за хантом внимательно. Не хилится нихуя. В правую руку добиваем и осколки. Все, этот самый вар собираем. Луч смотрите. Вара хорошенько хилит, сейчас готовьтесь. Они стакают дебаф. Станем имки. Если не кидал. Сейчас хлопок будет, смотрите. Луч на тебе, беги. Прям по шаману, блядь, бежишь. Ну нихуя себе ты даешь. Хоть бы к стенке ближе бежал. Сколько процентов у босса? 42. Сколько? 42? Ага. Ну еще рука, походу, и все. А че у другой руки хп сколько? Меньше 50. Ее тоже дотайте. Тоже подбивайте, там, кидайте на нее дотки. И ту руку теперь бейте, которая хватает. Все в нее прям. Так. У босса сколько сейчас? 32. Одновременно две руки бейте. Значит, нужно убить их одновременно. И правую, и левую подбивайте. Креветка там, бей правую. Остальные там ту. Понял, да? Угу. У вас просто босс сразу упадет. Осколки там, не знаю, останутся. Нет? Вот этого схватило. Правый. Руку бейте, которую схватила. Чтобы освободить. Ну и потом ту руку бейте. Подхильте, быстренько подхильте. Че там по хп у рук? 15. На мало. Бейте их одновременно, чтобы умерли. Вон, и освобождайте Йоша. Анзраиль. Давайте одновременно две руки херачьте. Левую и правую. Левую. И в ту руку теперь, все в ту руку. Вар, собирай просто трэш. И в ту руку. Все, пизда. Добили. Идем просто прямо. Он и так не боимся. Прямо. Он прямо лежит, нормально. Что там в луте, интересно? Осколка нету. Ну что, посох или что это? Посох, смотри. Посох. Стой. РПБ. А как РПБ? Ну-ка наведи на него. Посох с РПБ, блядь. Да ну нахуй, как так? Такое бывает. Ебать. Такое... Контам РПБ нужно, да? Ну да, да, нужно. Ханту можно, я не знаю, что у него там. Ханту можно. У него что? И... У него 13-й с хастой. Ну я не знаю, зайдет ему, нет. Вот тут два моба. Смотрите. Когда ведешь мобов, он через секунды 3 будет давать перед собой фронталку. Чем больше цели перед его лицом, тем больше дамага он нанесет молнии. Поэтому поднимаешь его на ступеньки. Лучше всего Нигдейлен притяжкой и сразу отворачиваешь от рейда. Вот, где там ДК танк? Угу. Прям притягиваю. Немножко. Ну все, бейте. Выворачивает рейда и все. Бейте его. Сюда просто кошатница заходит примерно до половины круга. Второго также. Только смотрите, босс будет идти с кошками. Креветка, смотри, на этом боссе метки со всех можешь снять. На себя метку дашь, и ты помнишь, как я водил там, как что надо делать. Основные положения я там вару скажу. В принципе, у нас есть присты, с которых вроде как багом не скидывается антифир.
Но сейчас пока не тыкайте, надо подождать босса. У них антифриз не снимается? Ну вроде как, я такое слышал. Типа я сам, блядь, престом не играл здесь. Быстрее вытягивай этого мопа притяжкой и отворачивай. Только быстрее. Подними, на ступеньки подними. Подними быстро. И все, отойдите от лица. В угол сюда запритесь. Вот сейчас он кастанет. Все, поднимай сюда. Пизда, блядь. Ну вы что, не русские, что ли, блядь? Ребята, пиздец. Сука, вот вайп на трэше, надо это вам или нет? Ёбаный покос, блядь. Чё, она не выйдет? Да я хуй знаю. Не выйдет. Попробуйте спрыгнуть, блядь, в пропасть, нахуй. Ой, вы один хуй сдохнете. Просто сдохните и все. Говорю же, босс ходит, блядь. Ребята, пиздец. Вот, в яму, если спрыгнуть, вы не поломаете броню. Ну да, заебись. Там все сдохли, надеюсь, сейчас бой висит там, блядь. Они пока сдохнут, что ж будет сапать. Ник Дейлон, умирай. Пукан с вас горит. Один босс, это баба ебучая осталась, а вы вайпаетесь на трэше. Не знаю, а вы? Это босс. И, кстати, Ёж в ШП здесь, потому что тут нехуй хилить. В обвалившуюся галерею. Перед последней. Значит, вот этого моба убьете, будете там пулять босса. Вар, твоя задача, косты ему с приключений полинкуй, один страх, и следом за ним удар часового идет. Твоя задача, Вар, ты, по-моему, в 25-ке же это делал, да? Ярость берсерка по себе кинуть и сбить каст ударом щита по этому, как он называется, по боссу. Вот и все. А, точно, мы в 25-ке же не были с тобой, точно, точно. Мы же не убили. Вот. Вот здесь, короче. Ждем. Ждем, пока босс уйдет от нас. Жрите это, резайте ману, пока там, блядь, ставьте рыбу. Вон рыба сзади, ешьте. Тотемы уберите, а то вдруг кошки еще спулятся. Босс изейший просто. Давайте притяжка этого петуха убивайте. Ты в него, знаешь, кинь ЛПшку сначала, он чуть подойдет и прям притяжку на лестницу сюда выше. Ну, конечно, не успеет дойти, блядь, ну давайте. Отворачивай от рейда, а то он весь рейд убьет сейчас. Вот, другое дело. Значит, на боссе надо бить. Во-первых, надо стоять всегда под лицом босса. Маленькие мобы выходят, это АОЕ, там от лужи ретрика они сдохнут. А потом две кошки с пула, которые под ногами ходят, их в первую очередь заливаете, а потом только босса. А, в креветка на себя метку поставишь, и все в одной метке стоите под лицом босса всегда. После фира сбегайтесь обратно под лицо босса. Вар, твоя задача. Из луча появится темный луч из босса. Из луча вылезет кот. В него дать стан. Всем стоять в одной метке, чтобы кот не прыгал туда-сюда. Потому что если вы будете стоять как попало, то кот будет прыгать. Дашь стан. Сначала оглушающий удар, а потом ударную волну. И убить кошку. После того, как кошка умирает, появляется черная лужа. Уже когда мало хп у кошки, вы уже отходите назад от того места, где она стоит. И также остаетесь под лицом босса. Вот и все. И так повторяете до смерти босса. Вот и все, блядь. Вару. Значит, каст страха будет у босса, устрашающий крик. Тебе нужно прожать ярость берсерка. И следом после него босс дает удар часового. Тебе этот каст у босса нужно сбить. Все, подходите сюда.
босс в квадрате, рейд в луне. Это первая раша позиция. Ну из пула вар хотя бы одну кошку стаунти с ДК. Ну и также стана им зададите там, я не знаю. И вообще с геру с пула дадите и кошки максимально быстро. Сначала одну сольете, потом вторую. И потом только босс. Надо бы, наверное, отойти. У нас двое АФКшат. Кто АФКшит? Фан, я зря. Ну, убегайте отходим, назад. Отходим, отходим. Назад убегайте. Чего они АФКшат? Пишите, пускай подходят. Азраил где? Пан, что-то не так. Идите, пуляйте эту курву, пока она не ушла, блядь. Полгода еще просидите, блядь. Кидайте в нее что-нибудь. Бегите, бегите быстрее. Кошек в первую очередь. Под мордой боссов все стоим. Давайте Геру и кошек. Дешек хуярят. Штучку отдай. Стан по ним. И максимальный дамаг в кошек. Ударную волну. Вар берсерка, сбить каст, удар часов, отлично. И кошек быстрее добивайте. И мордой босса быстрее. Сюда. И под морду босса. Добейте уже этого, блядь, кошку или что это. Вот. Мелких просто ОЕ. Сейчас, подожди. Захиливаемся. Луч, выходит кошка. Вар стан по нему глушающий. Все в кошку, все в кошку. Сейчас сначала кошку убьете, захиливайте быстрее. Все в кошку. Фулл ДПС в кошку. Повернулись, бьем кошку. Забери кошку. Под морду сбегайтесь. Прыгает кошка. В одном точке, потому что стоять надо. Не... Ультразвук. Под морду все. Блять, вайп. Ложитесь. Просто стопайте хил. Пиздец, ребята, блять. Денису в чат напишите. Денис, сначала убиваем кошек, потом, когда из луча выходит кошка ее, а только потом босса. Скоро бы загнали, не интересно. Он не в диссе где-то. На входе в инст починка есть, чинитесь. У огра этого, блять, рогатого. Простейший босс, просто пиздец, ребята, давайте, соберитесь. Кошка, что две кошки, что вот эта большая кошка, она бьет, прыгает по людям и вешает на них кровотечение и всякую хуйню, и просто пиздит. Ее нужно станить. Вар, у тебя был стан? Я ее застанил, она встанет, прыгала, ей похуй как-то было. Она прыгать будет, просто она не будет убивать. Стан обязательно. Сначала глушающий, а после него, как он пройдет этот ударную волну. И максимально быстро в нее надо переключаться. Если кто-то не будет переключаться, вы просто будете дохнуть. Писали там ретрику, что делать? Да. Не успеем, не все тут.
хуёво, потому что, блядь, кто-то долго бежит, кто-то, блядь, быстро. По кошке. Все в одну метку. Чтобы крошки не прыгали, все одну метку. Присты оба приста на себя. Антифир пристовский накиньте. Каст. Кошку быстрее доигрывайте. Под морду босса. Просто поверни на звездочку босса. Не води никуда. Просто поверни. Слышишь, Ник Дейлон, не вот эти вот движения не делай лишние. Босса не надо водить лишний раз. Просто повернул, где бы ты ни находился. Повернулись к боссу. Все, вот и все. Поделили дамаг. Луч, выходит кошка. Появилась сразу стан варовский. Все в кошку сразу. Стан после ударной волны таунтишь ее на себя. Она убьет кого-то, потому что. И так же расколы не вешай. Все, она вздыхает быстро, пиздец. Отходим. Лужа, отходим. Черная отходим. Лужа. Все. И под мордой так же. Сбить каст. Быстрее сбил каста. Понятно все с вами, блять, хули. Красавчики, блядь. Увидели, что бывает, да? Все, блядь, покидаем тело, блядь. Что Бармалюга, что креветка могли сбить. Кстати, сейчас фир был, вас фир кинуло или этот антифир остался на приставке? Антифир был нормально. А, не знаю. Остался. Меня да? Не кинуло. Антифир пропал. Этот самый, пропал. Бармалюгу сделай к этому, к ДК танку и Бармалюге тотем трепета. Бармалюгу к ДК танку закинь. Или ДК лучше, чтобы он на Волхита тоже ману резал, если ману будет ставить. И тотем трепета, чтобы по ДК шел. Хотя бы, чтобы ДК, может, раздуплился и дал эту сбив каста, блядь. Этот каст убивает, вы сейчас это все прекрасно увидели, блядь. Вы знаете, что надо делать. Босс подходит, это иди. Пошли. Быстрее, в одну точку. Уже двое, по-моему. Ложитесь, хули. Весело, наверное. Что случилось? Да хули веселяться, ребята. Я тоже хочу. Тут зайди на стрим, да веселись. Я полысел, блядь, от таких рейдов. У тебя, блядь, с волосами. Вс
Все, пизда, полысел. Сука. Этот ваш ульдуар, блядь. Сука. Ебать. Как мне теперь жить с этим, блядь? Какой молодой уже лысый. Радиация, просто выпали волосы, блядь. Колчедан, блядь. Попал в колчедановую бочку, блядь. Говорила мне мама, блядь, не бери ты этот, блядь, облик тьмы. Пиздец. Либо рыба была испорченная, блядь. Лучше подождать, че, пока она этот придет. Еще двум танкам стаунтить. Одного и второго кота. Дать ударную волну, когда они вместе. Засчитывать рейд. Хотя бы себя при шпшнике. Креветку и ханта хотя бы. Ждем. Уже не ждем нихуя, бля. Беги быстрее под ноги. Бежим. Все в мет. Сейчас она прыгнет, блядь, на счастливчиков. Давайте Геру и под Герой всю эту хуйню заливайте быстрее. Бэл. Бармалёва, Геру, давай. А то пока хилы там дамаг отхилят уже, блядь, сдохнут все. Визг. Страх. Сбив коста. Под ноги боссу. Метку. Мелкие это просто уешка съедается. Потом будет ультразвук, потом луч. Из луча выйдет кошка. Кошку всем рейдам надо пить. Кошка, стан оглушающий, весь рейд ее бьет. Что-то все. Из. Избить каст. И в одну точку вставать, чтобы не прыгала она. Захиливаем, ничего страшного. Бегаем. Лужа, лужа, отходим. Метку. Дамаг сейчас прохилим на фул. И все, следующий вар вылезет кот из трупа этого кота. Смотри внимательно. А пока раскол на боссе просто стак. Этому боссу уже, блядь, пол хп нету. Все повторяется просто. Визг. Сейчас каст сбить. Сбить каст. Вот, отлично. И под ноги возвращайтесь. Кошка вышла. Стан вар. Сбегайтесь в одну точку. Захиливаем эти людей. Щитки. И кошку бьем. И когда мало хп у нее будет, уже заранее отбегайте от того места, где она стоит. Будет вторая черная лужа. Подбегаем. Готовьтесь, давайте. Только не куда попало, а туда. Захиливаемся быстрее. Вот. И под лицом босса всегда надо стоять. Никуда ни вправо, ни влево, а назад просто. Все. Страх, сбив коста. Ой, замечательно. Возвращайтесь под ноги быстрее, быстрее сюда. Мелкие. Кошка вылезла, дикий защитник. Фулл ДД по кошке под боссом стоит. Смотрите, страх будет. Надо будет каст сбить. Отбегаем наверх. Отбегайте. Ну это сбить каст сейчас. Сбейте. Вот.
И под морду собираетесь сразу. Сейчас будет ультразвук. Или не будет? Че вы там? Кто там убежал? Кошка резнулась. Стан. Фулл ДДПС по кошке пошел. Визг. Избив коста часового. И под ноги обратно. И кошку бьем. Сбудь тут ультразвук еще. И хп мало у кошки будет. Смотрите, надо будет это отбежать из лужи. Отбегаем. Отбегаем. Поднимайтесь. Лям остался. Ты что там ешь? А, Ким Надежда. Еще кошка, еще кошка. Убейте кошку. Она будет отпизживать вас, ПКД. Захуярьте кошку. СС был на Вилхите? Нет. Ну все, бейте кошку и босса потом. Только с лужи выйти не забудьте. Если еще гимн на ХП кто-то прочитает, если просядете по ХП. Отходим от кошки. От кошки отходите, лужа. Все, и под ноги босса, под ноги. И добиваем босса. Вот и весь босс. Я вот думаю, надо этой грудью. Только что за грудь? Покажи. Один сокет, блять. Сокет, ну. Меткости дохуя, ну. Все, можно. Мне с меткостью там немного нормально будет. Более. И жезл.